Медленно опускаем. Ложимся на спину, руки скрещены на груди. Поднимаем голову, стараясь достать подбородком грудь. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Плечи не касаются пола. Стараемся не отрывать спину от пола. Почувствуйте напряжение мышц пресса. Меняем позу, поднимаем ноги, икры параллельно полу. Продолжаем тянуться подбородком вверх, вниз. Следите за тем, чтобы плечи не касались пола. Вверх, вниз. Продолжаем. Поднимаем ноги перпендикулярно полу. Приближаем корпус к ногам, скрещивая и разводя руки. Поднимаем, опускаем. Поднимаем, опускаем. Поднимаем, опускаем. Поднимаем, опускаем. Руки скрещиваем, разводим. Поднимаемся, опускаемся. Продолжаем движение. А теперь попеременно тянемся каждой рукой, правой и левой. Тянемся еще, еще. Движения руками плавные. Чувствуем, как нагреваются мышцы пресса. Поворачиваемся на бок. Руки тянутся вверх, за ними следует корпус. И вверх, и вверх, и вверх. Чувствуйте, как работают боковые мышцы пресса. И вверх, и вверх, и вверх. Поворачиваемся на другой бок. Держите колени вместе. Тянемся за руками. И вверх, и вверх, и вверх. Прекрасное упражнение на боковые мышцы. Старайтесь не опускать руки. Ложимся на спину, ноги вытянуты, руки за головой. Втягиваем живот. Тянемся всем телом и расслабляемся. Меняем позицию в положении на животе. Поднимаемся на руках и тянем голову назад. Стараемся почувствовать, как растягиваются мышцы живота. Постарайтесь выпрямить руки, насколько сможете. Тянем нижние мышцы спины по мере того, как вытягиваются руки перед собой. Заводим руки за спину и сцепляем пальцы в замок. Дышите равномерно. Старайтесь расслабить мышцы спины и шеи по мере того, как вы выпрямляетесь.
Потяните руки как можно дальше назад, открывая плечи и грудь. Потянитесь в сторону, опираясь на одну руку. Чувствуйте, как медленно тянутся боковые мышцы и ослабевает напряжение. Теперь тянемся в другую сторону. Опираемся на другую руку, чувствуем, как растягиваются мышцы и снимается напряжение. Стараемся расслабиться как можно сильнее. И вверх. Принимаем вертикальное положение, стараемся расслабить мышцы шеи. Начинаем медленное вращение головой в сторону, назад, в другую сторону, вперед. Теперь в другую сторону. Стараемся почувствовать, как расслабляются мышцы шеи. Вина и Нина преподают и выступают по всему миру, включая Ближний Восток. Они участвовали в съемках более чем 70 фильмов.